заброшенной шайбе. Вот, а что еще можно сказать? Команда играла хорошо. Ну, сейчас еще и... Да нет, не будет удаления, будет гол. Хет-трик. Вот я недаром вспоминал. Спустя 5 лет и 5 дней. Дело в том, что... Я не знаю, что скажет Уильямс. Вот после счета, там, вот, когда вот 3 забросил, он скажет, у них был Овечкин, и у них потрясающий вратарь. А у нас не было Овечкина. И это будет правда, кстати. Ну, правда это будет. Вычти 3 шайбы Овечкина. Ну, конечно, это несправедливо будет, но вычти 3 шайбы Овечкина. Я один-один. Ты знаешь, я сейчас вспомнил те поклонники Национальной хоккейной лиги, которые, я буду очень кратко, не болеют за Вашингтон и не очень симпатизируют Овечкину, очень часто вспоминают, что в своей карьере и в этом сезоне и, ну, у Овечкина много шайб заброшенных пустых ворот. Ну и... Ну, я это говорю только для того, чтобы продолжить свою мысль. Да. Когда игрок